Выездное заседание Координационного совета по предпринимательству при главе республики состоялось в администрации Ханкаласского улуса. В первую половину дня были затронуты такие темы, как субсидирование субъектов малого и среднего бизнеса, защита прав предпринимателей на территории республики. Первым заместителем министра имущественных и земельных отношений республики Виктором Афанасьевым была озвучена информация о ходе реализации закона о дальневосточном гектаре. Далее прошел круглый стол по теме развития туристического кластера в Ханкаласском улусе, на котором обсудили пути и возможности развития одной из перспективных отраслей района. Самая острая тема, какую отметили, это все-таки работа с контролирующими органами. Работа с Роспотребнадзором, с МВД, работа по нелегальному бизнесу, работа по реализации алкогольной продукции, по лицензированию этой работы. Достаточно остро стоит вопрос, и мы отдельно направим запросы и в МВД, и в лицензирующий орган по необходимости усилить внимание Ханкаласскому улусу по работе с этими обращениями.